Сейчас я прочитаю вам сказку из книжки «Сказки вкусняшки». Наша сказка называется «Хомячок и горошек». Сказка про гороховый суп. Рос в огороде горошек, красивый, кудрявый, а зайчатки его поливали и пропалывали. Они мечтали сварить из него вкусный суп и угостить всех зверят в лесу. Очень радовались зайчата, когда сначала появились ростки, потом цветочки, потом стручки, а в стручках тук-тук-тук, горошинки. Узнал про грядку с горошком хомячок. Прибежал он в огород, да как закричит: «Ура! Сколько горошку! Сейчас я горошинки за щечки спрячу, да в норки отнесу». Испугались горошинки, выпрыгнули из стручка и покатились, а хомячок за ними. Бежит, лапки вперед тянет, того и гляди, поймает горошинки, да за щечки спрячет. Горошинки прикатились к домику зайчат и шмыгнули за дверь. А зайчата кастрюльку открыли и говорят: «Прячьтесь скорее сюда!» Горошинки и прыгнули в кастрюльку. Хомячок их там не увидел, а зайчата в ту кастрюльку еще морковку, лук и картошку положили и сварили вкусный суп. Угостили они этим супом всех зверят в лесу, и хомячку тоже досталось.